Ну шо, сегодня надо по квестам все-таки основным пробежаться. Хотя бы первое прохождение добить. Так, ладно, давайте по миссиям. Итак, у меня уже три бота. S9, ты что-то делать будешь? Или так просто поржать? Я слышал, что в этой игре потом будет доступен типа быстрый телепорт по точкам. Я его уже хочу. Спускаемся. Опа. Что, я на верхнем этаже? На верхнем. Что у меня здесь за задание? Они ведь из... Взял внимание, цель 22B, 64B в настоящий момент подлежат аресту. Это же... Они пришли за нами, дура, готовься к бою, сообщи капитану. Так, нет, я вообще был не готов. Но хоть серьезно, что дезертир, немедленно отключитесь и сдайтесь. Нихера себе! Капитану давать приказы, что-то там не вижу! Сражение вовсю! А, сбежали. Их можно было убить? Их три раза нужно проверить, они в разных местах будут. Понял! А ну секунду. Побежали. Круто, круто. Магазин. Улучшить бота, купить. Сколько у меня денег? 20 тысяч. А что мне из этого надо брать? Денег нету. О, я же могу продать, точно. Я могу продать рыбу. У меня рыбы куча. Клинок точно, понял. Можно? Мясо кабана, я так понимаю, нахер никому не надо. Тусклый браслет можно продать. Я так понимаю, все, что написано, что можно продать, надо продавать. 40 тысяч за ядра машины, ёб твою мать. Японская. Да. Не все. Скажи, что не продавать. Рыбу продавать все. Рыба одна конкретная нужна была для концовки, но я ее уже получил. Рыба-меч одна штука, 5000. Морская звезда 2 штуки, 2000. Лещ 3 штуки, 6000. Нормально. 6000. Так, хорошо. Что ты говорил? Клинок точно, да? Раскручивает на большой скорости бота вокруг игрока, наносит урон всем противникам, которых коснется. Беру. Так, хорошо. Что мы делаем? Мираж, да? Давай скупим. Что делает? Анализирует врагов в определенном радиусе, позволяя провести серию смертельных режущих ударов. Молоток. Призывает гигантский электромолот, наносящий сокрушительный удар по цели. Так, и дальнего боя, ближнего боя. Копья, я слышал, вообще бесполезные. Сразу одень на других ботов. Ну, молот давай тоже возьмем. Там какие-то важные побочки сюжетные есть, я слышал. О, кабанчик мой живой еще. Самый низ, хорошо. Мы на дно отправляемся. Ну, значит, на дно. Слушай, классная тема, мне нравится. Довольно долго. Я про вас забыл уже.
Вообще не понимаю, что происходит. А, ну окей. Понятно. Я, походу, сейчас перезапускать буду. Что-то капец какой-то. Фонарик. Да, пожалуйста. You picked the wrong house, fool! О-о-о-о! Я не знаю, я юзанул, не юзанул. Мираж. Но пацаны что-то развалились. Может, и я такой молодец. Не потеряйся в пещерах. Пещеры не люблю. В пещерах реально очень легко потерять. Ну, хотя еще зависит. От пещер. Вау. Да, мираж тема. Одна из концовок — это пещеры. Так, мне бы сейв где-то здесь намутить. О-о-о-о, привет! Не туда и куда-то. Зеленые все эти мертвые машины. Они здесь с давних пор. Блин, реально пришельцы? Что это? Семечко дерева? Все пизда, Рома. Что там светится? Вот это, кстати, очень хреново, что свет проходит... Секунду, вот я выключил фонарик. Свет проходит сквозь стену. Это неправильно. Это за место? Я не знаю, в базе данных ничего подобного нету. Хера себе. Интересно, что дальше? Сфера не... Блин, Евишка, сфера говно. Кто это сдох? Туби, смотри. Что это? Разрушенный корабль пришельцев. Добро пожаловать на кладбище наших создателей. Понятно, боевка. Нет? Вы? Будь осторожнее. Меня зовут Адам. Пришельцы, которые вы ищете, здесь больше нету. Пришельцев. Они были уничтожены несколько веков назад. Нами, машинами. Подожди, своих создателей уничтожили? Уничтожены? И как знать, быть может, следующим мы уничтожим андроидов. Внимание. Ух ты, ёпты! Так у меня жизнь не готовила! Уничтожили своих создателей. Дед! Лол! Я Адама и Еву перепутал. Подожди, это Адам и Ева? Это же два мужика. Что за наркомания? Да! А можно я их тоже убью? Ладно. Меня зовут Адам. Пришельцев, которых здесь больше нету. Да блин, скипайся ты! Труп свой... Ой, где труп? Где труп? Где труп? Где труп? Чуть не забыл.
Что-то ему мало дамаги наношу. Блин, вот они на луне, они очень интересные. Я не могу прочитать, что происходит. А я забыл, кстати, что стрелять можно. Считай, конечно, себе подобные, но при этом... Блин! Короче, Энмен потом расскажет, что они говорили. По-моему, не того бота взял. Ни хера не понимаю, что происходит. Парень чокнутый, я уже понял. Время держится неумолимо. Такова судьба, постигшая наших создателей. Что касательно ваших обожаемых людей, стоит рассмотреть их случай только... Ходила как прогресс. Привет, Черкало. Такое. Нихера не понятно, но очень интересно. Но презентяне уже были мертвы. Нам стоит вернуться в бункер. Короче, они поражены, что люди людей убивали и любят друг друга. Ага, нихера не понял. Лол, мертвые инопланетяне. Но сначала... А, ну не работает. ЖКС, йоу, как делишки? Опять ты. Ваш командор приказал мне построить новые точки доступа, вот получите, распишитесь. Спасибо. А еще я заставила работать этот тупой транспортер. Тоже спасибо. Слава командора, она отлично умеет напрягать разной работенкой. В следующий раз... Чмо, извиняюсь. Теперь у нас есть транспортер, да? Все же транспортер довольно удобный. Они намного быстрее полетных модулей, когда приходится путешествовать между землей. Да, ловко. Так и есть. Так, сейв, пожалуйста. Терминал телепорт. Выберите переместиться в терминале для перемещения к другим терминалам. Верим, ну, о, это супер. Класс, наконец-то. Хорошо, где бункер? И оно немного раскрывает персонажа. В бункере есть задание на оружие новое. Давай попробуем. На этом завершается доклад об инопланетных остатках. Значит, они были мертвы все это время. Следующее требуется временная разработка плана. До того момента эта информация должна храниться. Никому не сообщайте, непонятно. Ваше следующее задание — получить дополнительную информацию о личности, известной как Паскаль. Ух ты! Про странную машину, с которой мы встретились. Это прямой приказ Совета. Зная таких уникальных личностей, имеет стратегическое значение для успеха будущей операции. Принято. О, что-то есть. Туби, это ты? Да, но... Здорово, меня зовут 16D. Мой инструктор 11B была с тобой в одной эскадрилье при штурме заброшенной фабрики. Я не думаю, что она... Она была сбита во время боя, говорит Туби. Я поняла, как жаль. Она была моим близким наставником. Она была сильной, восхитительной. Что случилось с ее телом? Я не знаю. Я знаю, что не вправе просить тебя об этом, но если ты случайно наткнешься на что-нибудь, принадлежавшее ей, не могла бы,
не могла бы ты принести мне это? Это не очень срочно или что-то подобное, если у тебя будет время. Конечно. Буду смотреть в оба. Бот, у нас есть какая-либо информация о ящике 11B? Отрицательно, черный ящик 11B не был восстановлен. Она была сбита неподалеку от заброшенной фабрики, верно? На фабрику иди. Окей. Командор наш словно тиран, да? Теперь нам опять нужно возвращаться в руины города. О, зато без лагов теперь. Так, полетные модули здесь? Подожди, а что здесь за миссия? Нет права выбирать ваше предназначение. Нужно работать, держа свое мнение при себе. Йорка запрещено проявлять эмоции, помнишь? Я думаю, некоторые из нас в этом лучше, чем другие. Кстати, об эмоциях. Хотя Адам и Ева, и Ева выглядели куда менее какими-то там. Я направляюсь к транспортеру. Окей. Оператор. Интересно, как выглядела Земля, когда на ней жили люди? Не то, что я знаю, как вы сейчас на Земле, но вы поняли, что я имею в виду. Все ясно. Земля в иллюминаторе! По карте зона какая-то не очень маленькая, да? Хера себе. Иди к тому месту, где первый раз бился. Там 11B есть. Я не помню, где я первый раз бился. Вниз. Все, понял, бегу. Хера себе, сколько вас! А, все, я понял, о какой первой битве ты говорил. Натуральный каучук. Это единица Йорха. Задержать тело модели Йорха тип Б надлежит пропавшей единице, известной как 11B. Так вот, где ты приземлилась. Вот можешь получить доступ к ее черному ящику. Отрицательно, черный ящик единицы получил непоправимый урон. Тебе стоит восстановить уцелевшее оружие. Нарвано фрагментные данные в области памяти. Подразделение Йорха ошиблось. Я должна найти безопасное место. Страшно, мне так страшно. Больно, это так больно. Помогите, за что хватит, кто я? Все не так, мне нужно бежать. Кошмар. Она планировала дезертировать. Обнаружено нарушение устава, однако из-за смерти данной единицы наказание невозможно. Логично. Уби. Отнесу это оружие 16D в бункер. Так, ну, грустнявка, конечно. Чего они дезертируют, непонятно, правда. Все, хорошо, перемещаемся. Куда нам надо? А куда нам надо? Что у нас по заданию? Спросите Паскаля о поведении машин. Значит, нам надо к Паскалю. Деревня Паскаля. Поехали. Блин, ну теперь гораздо удобнее. С ТПХами. В третьем прохождении будет жесть. Да хватит спойлерить. Мне еще дожить до этого третьего прохождения надо. А вот мне интересно, при следующих прохождениях будут добавляться новые, типа, побочные задания? Так, хорошо, Паскаль наверху. Привет, это на НС и Туби, да? Машины уж слишком шумные, вам так не кажется? Чё-то не история оружия, нам нужно поговорить. Потом, Эльден. Конечно, помогу, чем смогу. Спросить Паскаля о его пацифизме. Спросить о инопланетянах. Что-нибудь знаешь об инопланетянах? Инопланетянах, ты имеешь в виду тех, кто создал нас? Прости, я мало что могу рассказать. Мы веками сражались без каких-либо посланий от них. Фактически то, что они перестали отдавать нам приказы, стало причиной нашего нежелания сражаться. Да, Туби? О других машинах. Паскаль. Да, Туби? Интересно, есть ли другие машины, помимо этой деревни, которые отключены от сети?
Полагаю, что та певица, которую ты уничтожила в парке развлечений, тоже была вне сети. Имеешь в виду тупую чужестянку? Да, Лесное Королевство, конечно же, но... Лесное Королевство? Да. Это место в лесу неподалеку отсюда. Там обитает группа машин, которая основала свое королевство. Однако они очень враждебны к чужакам, мы не сможем подойти слишком близко. Где она находится? На северо-востоке от руин города. Вы сможете добраться до него, если пройдете через торговый центр. Если отправишься сюда, то будь очень осторожно, в последнее время там очень опасно. Лесное Королевство звучит интересно, обязательно... мы обязаны его проверить. А в лесу есть сложнополучаемое оружие. Блин, я не знаю, хочу я его или не хочу. А где пацан, которого ты таскаешь? Я так устал носить свою игрушку, мне просто нужно немного отдохнуть. Ха. Задание. О, нет! Простите, что-то не... Пощадите, пожалуйста, позвольте нам уйти. Я думаю, произошло какое-то недопонимание. Хочу сказать, вы здесь не для того, чтобы нас арестовать. Нет! Слушайте, а почему ты думаешь, что я арестую вас? Мы дезертировали из сопротивления. Что вы сделали? Мы просто хотим найти место, где оба сможем жить в мире и спокойствии. Неужели это так плохо? Пожалуйста, не говорите никому, что мы здесь. Пожалуйста. Мы не из сопротивления, мы из Йорха. Мы не обязаны докладывать вашему начальству. Это очень хорошо. Однако, если вы останетесь здесь, вас в итоге найдут. У нас нет выбора, мои двигательные функции были повреждены, и у нас нет необходимых материалов, чтобы произвести ремонт. Не могли бы вам принести нужные материалы? А, кто мы? Мы не можем добыть их сами, если мы покинем это место, нас точно обнаружат. Знаю, что мы просим много, но мы обещаем вознаградить вас. Помочь. У них квест долгий. У них квест долгий. Ну, спасибо, что произвели ремонт. А, чтобы произвести ремонт, мы требуем обычный магнит. Заброшенной фабрики. Еще спасибо, мы знаем, что у вас получится. Хорошо. Давай в бункер за оружием, окей? Бегом! Беги, Туби, беги! Привет. О, Туби, привет! Я нашла тело 11B вместе с этим оружием. Вы передали вещи 11B. Следующий чек на описание оружия, там есть интересности. Окей. Боевой журнал уцелел, она должна быть боролась... Должна быть боролась до самого конца, не совсем. Я всегда знала, что она храбрее всех нас, спасибо, Туби. Но она же дезертировала! Но я думаю, ты должна взять это, ведь ты боевая модель, а я просто оборонительная единица. Уверена, 11B была бы счастлива, зная, что она будет использована с пользой. Хорошо. Меч отряда Йорха. Так, Эндман, что мне делать? Не рассказывать или не рассказывать? Сам выбирай. Блин. А, ладно, я ж честный. Опыт игровой же получишь. Давай правду, я тоже думаю правду. Более того, я обнаружила кое-какие дополнительные данные в блоке памяти 11B. Да, дай мне посмотреть, подожди, она планирует его дезертировать. Что? Что значит хэх? А как? Что за хрень? Что смешного? Просто она всегда была такой суровой, знаете, думать, что она хотела сбежать, просто ха-ха-ха. Что за жалкий способ умереть? Что за хрень? Отлично подходит ей за то, что она осыпала меня оскорблениями. Она всегда смотрела на меня сверху вниз, потому что я не боевая модель. А теперь... Да не, Эндман. Спасибо, что показала мне это. Теперь я могу посвятить своей работе с полной отдачей. Ой, вот, ты должна взять это. У меня больше нет причин защищать себя. Защита. Нормально, защита от ударов плюс 6. Чип. Защита снаряд. 5000 г. 10 опыта. Я, однако, не знал, что будет это. Сука какая-то. Ладно.
Я слышал, в лесу есть этот оружейник, который до 4 левела может оружие качать. Так, хорошо, ну давай я попробую сам найти проход. А ну... Скажи to be, говорит Найнес. Шо? Когда ты уже сможешь называть меня 9-м? Найнес и так звучит нормально. Да, ну. Раньше было говорить. Найнс! У меня есть подозрение, что сюда, хотя это на лес не особо похоже. Он произносит Найнс. Должно быть, это торговое здание, о котором говорил Паскаль. В записи говорится, что эта постройка известна как торговый центр. Красиво почти. Еще бы не лагало. Здесь там не пройти. Может, здесь какой-нибудь другой механизм, который открывает? Что-то такое. Блин, за столько тысячелетий, думаете, механизм еще будет работать? Если бы мы были людьми, то, возможно, приходили бы сюда за покупками, верно? Бессмысленное предположение. Такая серьезная, ты знаешь это? Множество машин обнаружено выше нашей позиции. В зале снова короля! Ох ты, Блэд! Чё-то что, он едет с камер. Зале снова короля! Ну-ка, глянь на него. Он попросту убегает? А чё ты убегаешь? Убей! Собирается взорваться. Да нет. Залезь еще. Во. А? Где я? Чего? Это маска, в которой девелопер этой игры ходит. Точнее, ну, как он, девелопер? Ребята, что средство? Явно, что не так. Туби, давай. Или что? Нет. Куда ты? Что это было? Лол. Так, хорошо, давай сбегаем за... Он проломил... Чего? Он насколько сильный? А это Эмиль. Похоже, что впереди лес. Это очень хорошо. Ух ты, деревья здоровые. Эмиль из репликанта еще. То есть он старый. Что у нас здесь? Имели больше 7000 лет. Что он в роботе делал? Лесная зона. Если бы не лагало, было бы вообще красиво. Замечены вражеские андроиды. Активируйте боевой режим. Теперь сражайтесь за своего короля. За короля! Просто эти машины, они говорили о короле, да? Чуть подаль я видел нечто похожее на замок, может стоит осмотреть его. Во втором прохождении узнаешь про него. А стоп, ты же еще полуголый Антоний не встречал. Нет, не встречал.